Доброе утро. Очередной день карантина. Так как очень нудно сидеть дома, хотим с мужем пройти куда-нибудь к озеру, там, где меньше людей, посмотреть на природу. Пришли на озеро погулять. И этого не было, да, Дима, по-моему? О, высиживает маленьких птичек. 100%, класс. И уточки. Это можно прийти что-нибудь пожарить. Слышишь, а не было вот этого, да? Крутяк и покрашенная прям. Не, лестница уже была, а перила точно не было. Вот перила не было, и лестницы, по-моему, мне кажется, что не было. Красиво, природка. Ути, ути. Жабы. Да, реально лебедь сидит. Классно. Высиживается, как угол. Красиво. А еще добавлю. Вчера мы с мужем лепили пельмени. Так как в Словакии нет такого, как пельмени. Есть вареники, но они более сладкие, есть с брынзой, но такого понятия, как пельмени, нет. Пельменницы у нас тоже нету, то мы лепим их руками. Получается, наверное, мое видео будет о том, чем занять себя на карантине. Так, вчера мы лепили пельмени.